Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 12 мая, день мамы, день всех мам. С днем матери тебя, мама. Да, Дианушка меня сегодня поздравила, и я поздравляю всех мамочек. Мы решили пройти прогуляться, ничего особенного. В общем, закрываюсь. А я там такая, знаете, крутышка, подготовила себе блузку. А тут благополучно выключили свет. Пришлось одевать то, что уже намажено, либо то, что не надо гладить. Знаешь, и вообще. Блин, как так вообще? Что ты сегодня день матери, праздника, они свет врубают? Да ну вообще, я в шоке. Нет, подожди, на улице оденем. В общем, все, идем направляемся. Муж нас уже ждет с котами. Может, нужно еды, Дианка, сейчас? Он схумаш. Так вон звуки думана. Ладно, вообще. Да. Круто, звони мне. В общем, пройдемся. По улице, конечно, жарко. Очень. Сегодня 30 градусов передали. Так можно нам футболку отдать, слушай. Футболку? У нас. Ну, у тебя носичка, она у тебя тоненькая, это рубашечка. Потому что думала, что ты. Да нет, ну не настолько же прям шорты, еще рано. Потому что еще погода не устаканилась. Вот как устаканится, так и перейдешь на шорты. Вон, слышь, Думан? Да хоть, ой, хоть нет. Он в музыке есть, я тебя умоляю. Где? Кто такой? Пашкин, грек, мама? Варма. Хаир? Там а, так. Илюль, нет? Так, я еще раз думаю. Он исхудал, потому что время года такое. Почему я вот время года не худею, а коты время года худею? Пошли, пошли, я там хочу Енидюня дернуть. Ашкин, давай Ашкин гель. Мы оставили там балкон открытый для котов, да? А где помог Диан? На подоконнике. Ну вот я вот это одела, эту жаркую блузку. Ну. Да ладно. Яд. Яд твой уюшка. Я вечно как голодающий с Поволжья, понимаете? Мне всегда мало, мне всегда не хватает этих фруктов и овощей. На, самый желтый мне. Сорви. О, ля какая, вообще класс. Рви, Дианка. А мы приехали в город, а здесь пусто. Народ постится, и все позакрыто, по домам сидит. Бурдан, Шкамщимин, Вильмером. Я здесь не была, в принципе, не знаю, что. Так я пока. Ой, глянь, Фичкин с ее кошкой, боже. Никого нету. Все дома. Никто не соблазняется. Вот здесь хорошо, тенечек. Какая вода чистая, чё ты не. Прозрачный сок, холодная дешевая, сок дель, не знаю, думаю, да. Есть такие высокие деревья, хорошо, солнца нет. Сейчас где-нибудь присядем, посидим. Деревья побелены. Инсанлар. Отуру Юрашки в окей играют. Тут даже есть такой мини-зоопарк птицы. И, а эти? Это перепелки. Я, правда, не знаю, как эти называются птицы. Пятнистые. Что это, Дианка? Перепелки? Перепелки?
Красненькая. С хохолком такие, видишь, хохолок на голове. Ну, такой окрасный шнур. Да. Ля-ля-ля, так интересная. Хочу есть. Хочу пытается, она ест. Красота здесь такая, там беседка, видите, люди сидят. Ну, здесь обычные птицы, голуби и гуси, утки. Только шум от воды, да, Диан? Кичи-варды, да. Были козы здесь, там где-то их надо поискать. Ты не помнишь? Мы были. Ты что, не помнишь? Глянь. Да, глянь здесь. По-моему, этого раньше не было. Здесь построили вот эту вот площадочку такую. Диан, что скажешь? Что? Что скажешь? Я говорю, по-моему, этого не было. Здесь построили это. Как нет, думаешь? Не, ну этот мост, конечно же, был. Мне кажется, вот туда одна линька вышла. Ну вот, да нет, это там дальше другие мосты. А здесь такой был. У нас еще есть фотография. Вот это было, я тебе гарантирую. Было, да? Я что-то не помню. Спустимся? Нет. Да. Хочу. Атма, это что? Не бросай мусор в осие. Понятно? Какой мостик. Бурдан мы идем, карштан мы идем. Бурдан. Не вледин. Мама, мы сюда залезть? Ты что? У меня, слава богу, за головой все в порядке, Диана. Я плавать не умею, поэтому я боюсь. Зашли в такое красивое место. Да, помнишь, мы вот там вот. Да, Диан, некрасиво ходить смотреть. А. Это мам, там. Красиво смотри, мам, правда. Это мама. Ну-ту. Ну-ту. А, ну-ту. Конец, все сорвалось. Я думаю. Ашка мне говорил, покупай обувь. Короче, разорвался. Боже мой, это ж мои любимые. Я только Дианке сказала, я их так люблю. Они порвались, ё-моё. Тамам, энэм лиды. Здесь походим. Посмотрите, здесь какая красотень. Ля, посмотри. Ага. Вот такие вот, смотри, эти... брелочки. Такой красивый, боже мой, столик. Такой красивый. Смотри, вырезали. Ну правильно, подсвечник сделали такой, мозаика. Еще можно было приклеить. Красиво, очень красиво. Пошли. А туда? Вообще такое красивое здесь местечко. Ну пошли быстро. Да. Тут хоть их вот не рисуют, ну, в те времена были такие женщины. Да. Серьезно? Это считалось очень хорошо. Ну, я вообще не понимаю. Ну, там вот эти вот, да, загляни туда, как мам, позырь туда. Там вообще не доделанное. Они все жирные. В смысле жирные? Толстые, подбородок весь. Дианусик, успокойся, пожалуйста. Ладно. Пошли. Пойди, пройдись. Я ж теперь уже ходить не могу. А это, видите, здесь мастер работал. Я оставила Дианка, видишь? Вот так вот работа происходит, вот так. Покупают, да где? Везде покупают. Какая здесь вот
Вот они, вот эти вот лампы. Тут же это красота какая. Что еще? Да, и вот это, смотрите, это мы поднялись на второй этаж, а там вот первый этаж. Сейчас мы там... А просто что-нибудь посмотрим, а то не было бы так. Красиво. Вид вообще такой шикарный. Просто. Фоткайся, Дианка, фоткайся. Мы где-то... У меня же здесь есть видео. Ой, не видео, а фото. Боже, какая красота. Хатай. Это все мозаика. Ну-ка, я сейчас туда зайду. Сейчас зайду сюда. Вот, смотрите, мозаика. Шкунчук Кюзель. Талантливые люди. А там вот такие картинки. Это что? А, вот это вот у нас такое меню. Меню, да? Это меню. Пси-кюнефе. Это меню. Ну... Это виде-кюнефе. Это вообще тут что? Да нет, это, ну чего, Диана, это меню. Нет, это какие есть кюнефе? А, видно. Да, вот смотри, Тепси кюнефе. Вот и рядом цена 9 лир. Вот такой вот кусочек на тарелке. Тарелка обычная. Далее здесь у нас что? На огне домашние кюнефе. Вот такой вот на огне сделано. Это стоит тоже 9 лир. Вот кусочек такой. Далее у нас что идет? Порция. Порционный кюнефе. Вот в этой штуке тоже. Типа, это 10 лир. Почему тут 4? Он очень большой порезанный. Да. Затем это с фисташками и каймаком. Катмер. Это 20 лир. Из-за этого. Дороже, ну так это ж не кюнефе, это этот катмер. Ну почти как. Да. Далее, это фистиклы, кадаив. Это кадаив, Диана, это не кюнефе. Окей. Почем, кстати, вернись? 13. А, 13 лир. Ой, безумно вкусное, безумно. И безумно калорийное. Дальше. Каймаклы, хасыр, кадаив, да? 13 лир, вот такой вот скрученный кусочек. На котлет очень похож. Да, внутри что-то есть. Да, наверное, спешки. Грецкие орехи. Лимон, так, а это что? Асы, фестык, гюзели. Тоже что-то такое. В общем, здесь много всего. Классно. Молоко к нему. Зачем? Да. Это кабак татлысы. Кстати, цен нету. Это мороженое, вот такие 4 шарика, 12,50. В общем, сют, я сразу сказала. Это какие-то орешки, да? Бонешки. Бимовское молоко. Диана эксперт, бимовское молоко. Ну, реально круто. Молоко из Бима. А вот это вот меню, видите? Здесь, короче, все есть. Емек бурдавар мешкин. Весадиджи татлы. Есть. А, вот бургер. Тепсики бабывар. Устанемся. А, угу. Устанемся. Ифтар менюсю. 55 лир бу. Эпси мешкин. Вот это все. Мама, это молоко. Читайте, кому интересно. Я не буду молоко. 270 говорит гривен. И что здесь? Хурма, куру. Этот хурма. Диана, напомни. Финики. Сухой абрикос. Белый. Вот этот. Белый сыр. Который самый этот черный. Хорошо. Он соленый, потом странный, честно. Суп. Господи, да тут можно кюнефе. Мэйвэ сую, айран. Ну, я думаю, это выбирать же можно. Не, ну, блин, нельзя выбирать. Так семье приходить. На людей, короче, на новый персонал. Да, 55 лир. Так, видите, вот это вот. Букатмер мешкин.
А внутри невар фистик. Сиджак, да, Дианка, не будь хрюшей, лянь, завалила.